Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео, друзья, по новому расширению ADV Time. Значит, что здесь происходит в расширении, друзья? Я писала в поддержку, так как рекламы не было, на что мне поддержка ответила. Поддержка отвечает, что выявлено несколько багов и расширение находится на стадии доработки. Все, доработка у них закончена и доступна новая версия расширения. Я пошла в расширение, старое расширение вот это вот удалила. И теперь буду устанавливать новое расширение. Расширение мне определенно нравится. Вот и сейчас буду в режиме онлайн устанавливать новое расширение. Платит здесь в долларах. И минимальный вывод вроде бы от 3 центов. Вот, установить. Вот у них новое расширение. Устанавливаем. Установить расширение. Идет вот загрузка, установка у них. Давайте подождем. Так. Установилась. Где она у нас? Сейчас мы будем. Сюда на значок. Ага, перебросила мне на страничку. Теперь я иду вот сюда, нажимаю. И вот ADV Time включаю. И вот оно у меня появилось. Вот кружочек, друзья. Так, далее вот сюда кликаю. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ага. Значит, что у нас? Счет пользователя, баланс, доход с расширения. Ну и здесь наша статистика. Далее здесь настройки. Показать баннеры, показать тизеры. Вот. Такое вот расширение. Загружается оно. Видим, да? И пошла вот у нас статистика. Ну и счет пользователя. Ну, пока что у меня все по нулям. Я только что установила расширение. Установите новую версию расширения. 1.1.4. Вот. Также я опять перехожу в кабинет. Я же пополняла баланс на 75 центов. Вот. Вкладочку эту можно закрыть. Сейчас. Вот. Сейчас я выключу расширение. У меня этих расширений, как у дурака фантиков, честное слово. Вот. И вот я. Сейчас. Вот. Я уже запуталась. Сейчас даже посмотрю. Ага, вот, друзья, пошло тизеры вот эти. Вот пошла рекламка. И вот пошла рекламка. Видим, да? Значит, и я у меня на 75 центов пополнено. Я баннер. И вот у меня активен. Пока. Вот, ну, будем ждать. Вот. Я показывала видео, писала, как делать все. У меня рекламка, как бы. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, моя информация была вам полезна, друзья. Активно идет рекламка, как мы видим. Все замечательно. Кликаем на крестик. Просто еще раз на крестик и все. И пошел доход. Очень даже неплохо. Опять кликаю сюда. Сейчас посмотрим даже. И вот показ баннеров 6, показ тизеров 1.
И пошла копеечка, как бы, да? Ну, уже, как говорится, и жить веселей. Вот, всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч.